Как вы думаете, с чего начинается путь к здоровью? Вот у кого какие мысли? С чего начинается путь к здоровью? Я вам, конечно, потом расскажу, но просто мне интересно ваша точка зрения. Вот как вы считаете, с чего стоит начинать путь к здоровью? С движения? Не совсем. Оксан, может, ты знаешь? Вот как ты думаешь, с чего стоит начинать путь к здоровью? Движение, конечно, очень важно в нашем здоровье, но это не первый шаг, с которого стоит начинать путь к здоровью. Режим питания, спорт. Оксан, нет, есть одна единственная вещь. С мотивацией для себя, Татьяна, правильно. Вот Татьяна, наверное, где-то что уже слышала. Наверное, запись прошлого интенсива, да? С мотивацией, да. Начинать надо с головы. Начинать надо. Оксан, ну мы с тобой, с твоей головой тоже пытались работать, сколько у нас это можно было. Я как раз вела вот этот вот курс, да, для того, чтобы было проще работать, потому что многие, кто пишет, мы стараемся как-то письмами, да, но мы стараемся это делать очень вежливо, очень мягко. Мы стараемся не давить своим авторитетом, да, мы очень мягко рекомендуем, что, ну, вот если вот питание изменить, там, вот, ну, это вот лучший результат пойдет, да, мы не навязываем этого никого, но это вот все-таки не работает, потому что многие клиенты у меня бывают годами со мной, скорее жизнь заставила понять, Татьяна, я вас понимаю, меня тоже жизнь заставила, поэтому краски я вот расскажу. Важно начинать с эмоционального здоровья, и как раз-таки вот с головы. Первое – это здоровая любовь к себе, позитивный фокус, осознанность, работа с подсознанием и аффирмацией. Вот с чего стоит начинать. И сейчас я объясню, почему. Первое, с чего стоит начинать – это здоровая любовь к себе. Девочки, если вы не будете себя любить, вы не сможете себя заставить кушать овощи. Если вы не будете себя любить, вы не сможете заставить себя каждое утро выходить на пробежку, каждое утро делать зарядку, если вы не будете по-настоящему себя любить. Потому что любовь к себе – это не накормить себя шоколадкой, да, которая там молочная, еще и там со всякими добавками, ешками. А настоящая любовь к себе, когда вы по-настоящему себя любите, вы заботитесь о своем организме. Мы вот думаем, да, заботимся о том, каким бензином мы заправляем свою машину, чтобы она хорошо ехала, но мы не думаем о том, чем мы заправляем свой организм. Вот настоящая здоровая любовь к себе, она как раз-таки начинается с заботы о себе. И когда вы понимаете, зачем вам нужен здоровый образ жизни, что он вам дает, вот тогда у вас все пойдет вообще легко. То есть начинать надо с головы. С чего надо начинать? Это в основе основ. Это стоит в самом начале, когда мы перестаем экономить на себе, когда мы перестаем экономить на своем здоровье, когда мы понимаем, что это важное, когда мы понимаем, что ты сам важный, потому что отдавая себя другим, ты очень быстро закончишься, ты сдуешься, у тебя начнутся проблемы с здоровьем, и ты не можешь ничего сделать больше ни для своей дочери, ни для своего мужа, если ты будешь болеть. Здоровая любовь к себе, забота о себе и своих близких. Вот с чего стоит начинать.